Всем привет, с вами Павел, и мы продолжаем проходить игру Shadowrun Dragonfall. Мы с вами находимся в неком здании, в подвале которого заточен, ну или не заточен, может быть, по своей воле там находится, искусственный интеллект Apex. Но чтобы до него добраться, нужно пройти через три различные группировки. Это какие-то хакеры, какие-то торчки а-ля маги и куча громил на улице. Давайте с этим совсем разбираться. Так, как-нибудь... Ага, вот так вот можно. Франц, могу поинтересоваться, кто вы и что вы здесь делаете? Меня зовут Франц, это мои друзья и моя жена. Мы живем вместе. Ну, точнее, мы жили вместе, на третьем этаже. Да, примерно неделю назад. Затем там появились питомцы магнификеров, и нам пришлось сбежать. В смысле, духи. Они постоянно вызывают чертовых тварей. Но на прошлой неделе они потеряли над некоторыми контроль. Прежде чем мы что-нибудь успели понять, духи уже вовсю резвились в нашей гостиной. Мы пытались защищаться, но куда там. Нам ничего не оставалось, кроме как бросить все. С тех пор мы обитаем здесь. Хорошо, что Джанет позволяет нам пользоваться доступом к Матрице. Мы все еще можем питаться. Все благодаря ей. Знаете? А, третий этаж от духов. Если вы сможете разобраться с этими шальными духами, если вы расчистите путь в наши дома, то я дам пароль, чтобы поговорить с Джанет. Огромное спасибо. Ничем не могу помочь. Мы видели магнификеров на третьем этаже, но мне как-то не хотелось с ними сближаться. Если вы хотите знать, где их убежище, спросите у Парсона или Ульриха снаружи. Не думаю, что кто-то из них, из этих психов, сможет вам помочь. Окей. Я понял. Очисти третий этаж. Ну а чё бы нет, пойдёте поможем ребятам. В принципе, к Джанет мы и так попали, но на всякий случай, я думаю, стоит проверить. Так, а чё тут ещё? О, круто, вот мы и попрактикуемся. Вы что? 14 крит, вы чё, алё? Четверо. Жесть какая-то. Так, ну давайте. Так, целитель и заклинатель. Вот этих надо валить в первую очередь. Пес его знает, давайте вот так сделаем. Так, броня повреждена, тоже неплохо. Всем врагам. Давайте вот сюда лучше спрячемся. Yeah.
Ой, хорош, молодец, мальчик. Красавчик. Так, давайте-ка тогда... Вот так вот убьем. Вот это дайте хотим. Блиц. О, а ты крутой парень. Ладно. А, это медальоны, наверное, да? Которые подобрать можно. Как так-то? Ой. Двадцать четыре. О, 24, смотри, надо же. Предмет. Книги какие-то. Ну и ладно, неплохо зашли. На третий этаж. Ага, а вот и духи, да? Да серьезно, что ли? Да как ты не попадаешь-то? Где-то тут еще, значит, есть. Ага, вот он. Так. Пес его знает. Урон 15, а урон 18.
пес его знает. Ага, вот он. И не один. Так, Айгер, давай сюда. И не знаю, давай вот так сделаем. Ой-ой-ой! Вот это веселье! Неплохо. Дитрих. Дитрих. Пес его знает. Отсюда достанем? Нет. Да, смотри, достаем. С фланга 18. Кислота 8. Отлично. Давайте-ка вот так отойдем. Не хочу я им сейчас. 50. Отлично. Цель выполнена. У нас тут гости. Порвем их. Ты кто? Рватель. Так, ты давай сюда встань. Я не знаю. Вот так вот можно сделать. Пес его знает, пускай лучше вот так будет, на охрану. И ты давай на охрану.
Так, есть контакт. Супер. Там их двое. Дело промахнулся, позор джунглям. О, еще один. Оу. Вот так-то лучше. Четырнадцать тоже неплохо. Отлично. Ну, восьмерочка, хотя бы так. О, неплохо. Там никого нет, надеюсь. О, круто вообще, если сказать больше. Ну, я не знаю, давайте так поставим. Хорош. Так, предмет собран. Фетиш. Со шаманом. Так, там какой-то пароль нужен. Ну, вероятнее всего, здесь что-то будет спрятано. Не знаю пока что. Ну да ладно, не больно-то интересно. Половину третьего этажа зачистили.
Давай на второй этаж. Давайте с этим поговорим. По крайней мере, мы задание выполнили. Насчет этих духов. Да, можно возвращаться. Спасибо, огромное спасибо. О, 3 кармы. Неплохо. Немногие люди станут рисковать ради кучки незнакомцев. Убить Тритемия. Пароль он нам не сказал, но мы и без пароля справились. Деккер-то у нас есть. Кто вы, черт побери, и как прошли через дверь? Хватит нести чушь, ближе к делу. Что вам нужно и почему вы здесь? Ни за что, эти детали позволяют нам быть в сети. И не только нам, но и всем достойным в этой дыре. Парсон может спокойно управлять своим нелепым культом с имеющимся оборудованием, но мы единственное соединение с Матрицей для этих людей. Проворство, харизма, сила, у нас ни того, ни другого, да? Ой-ё, я же не хотел этого. Жанет. Контакт. Так, давай-ка вот. Вот так сделаем. И мы сможем еще раз жахнуть. Так, Дитрих. Ой, как хорошо-то. Ай-яй-яй. Ай, ладно. Чё, как мало-то? Пяточка. Серьезно? Так, 83. Супер.
Так, он нам говорил без шума и пыли, да, но без шума и пыли у нас не получилось. Преобразователь сигнала, окей. Первый этаж. Вот детали терминала. Превосходно, брат мой. Покажи их мне, будь любезен. Да, это детали, которые мне необходимы. Спасибо, друг. Полагаю, проблем не было. Вы смогли получить их без кровопролития? Конечно. Вам не о чем беспокоиться, друг. Никакого кровопролития. Ой, чудесные новости. Просто воистину великолепно. А теперь я должен выполнить свою часть соглашения. Если вы по-прежнему настаиваете на встрече с 3DM, то поднимайтесь по лестнице на третий этаж. В конце коридора увидите заброшенную квартиру. Ищите стилизованную М на стене. Она похожа на две грубые молнии, идущие навстречу друг другу. Это личная печать 3DM. В самой дальней части квартиры стоит старый книжный шкаф. Под третьей полкой снизу вы найдете кнопку, открывающую дверь в убежище 3DM. Откуда все это знаете? Потому что эта заброшенная квартира когда-то была моей. До того, как я открыл спокойствие причастия, я был совершенно другим человеком. Мне были нужны подобные меры. Но не сейчас. Теперь я спокоен. Ну, чувак-то, я так понял, не знает, да? Так, Девяносто шесть, 60, 53. Не, ну нормально, жить можно. Так, М в виде молний. Книжный шкаф. Здесь, что ли? Да, здесь. Так, раз, два, три, четыре. Значит, это ты переворачиваешь вверх дном мой дом. Полагаю, ты здесь за моей головой, но по повелению Ульриха, я предупреждаю тебя, Чаймер, ему нельзя доверять. Может быть и так, но я говорю правду про Ульриха. Возможно, сейчас ты ему нужен, но как только это изменится, он убьет тебя. Я предлагаю тебе другой вариант. Что он предложил в обмен на твою помощь? Уверен, мы можем прийти к взаимовыгодному соглашению. Нам нужно спуститься вниз, в подвал. В таком случае наши цели сходны. Чтобы достичь подвала, нужно использовать лифт. По лестнице не добраться, другого пути нет. Когда мы захватили здание, я забрал силовую муфту из панели управления лифта, чтобы не подпустить Ульриха к его основному арсеналу. В ответ Ульрих забрал чип управления лифта. Чистая мелочь, вероятно, чтобы помешать нам попасть в тот же самый арсенал после его отступления. Если ты согласишься убить его, я дам забранную деталь. Тогда тебе останется лишь забрать чип с вонючего трупа Ульриха. Поверь мне, это единственный способ получить его. Как только ты станешь ему бесполезен, Ульрих сделает все, чтобы от тебя избавиться. Честно говоря, босс, я не особо верю им обоим. Чтобы показать свою серьезность, я предлагаю вам дар, чтобы разобраться с Ульрихом так, как он того заслуживает. Магический предмет великой и непостижимой силы. С его помощью вы можете вызвать на свою сторону могущественного духа, который будет защищать вас и уничтожать ваших врагов. Выполните мою просьбу, и тогда сможете его забрать. Большая ошибка, приятель. Ты за это поплачешься. Хорош, а чё я-то первый стал садиться? Ну вот так всегда. Так, ладно.
знает. Давайте сюда пока отойдем магом-то. Так, целитель. Есть целитель. Заклинатель. Да ладно, серьезно, что ли? Цель теряет ориентацию, становится дружественной. Вот этого надо добить. Неплохо. 7 урона-то. Надежное укрытие. Так, а как тебе такое? Ой, хорош. Промах. Ладно. Ага, потерял укрытие, да? Красавчик. На тебе на 14. Так, супер. Так, и надо последнего прикончить. Ага, хорошо. Так, ну давайте собирать остатки тут. Было роскошь. Амулет Ритемия. Медикамент. Подожди. Ну, может быть, все-таки ему сожрать что-нибудь. 53. Я ведь не возьму, да? Ну ладно, давайте забирать тогда. Что делать-то? На склад. 200 бабла. На склад. Еще денежек. Ну, грубо говоря, 300 мы взяли. Так, на склад. Струя кислоты. Ага, силовая муфта, есть контакт. На склад. Фетиш. Склад. Подождите, а как вот сюда попасть, интересно?
последняя комната осталась. Колонка. Уходите, я не позволю вам впустить сюда духов. Вы не навредите мне, пока я за дверью, это вам не удастся. Именно, это и сказал бы дух, а когда бы он попал внутрь, он бы съел мои глаза, высосал их прямо из моего черепа. Я уже это видел, убирайтесь отсюда. Ну, честно говоря, я раньше не слышал, чтобы духи пользовались интеркомом. Это довольно интересная мысль. Вы пришли меня спасти? Хорошо, я вас пущу, но ведите себя хорошо. Ладно, я серьезно, никаких глупостей. Не могу поверить, что это сработало. Я тоже не могу в это поверить. Ты кто? Есть тут что интересное? Вообще кто? Нет, это небезопасно, духи, это небезопасно. Ты кто из причастия? Обратно меня забрать хочешь? Умоляю, нет, не хочу. Пуст? Да, пуст. Весь мир пуст, причастие пуст. Но безопасно. Я не ослышался. Безопасно? Безопасно! Я могу вернуться? Причастие. Мне пора отправляться. Да, причастие ждет. Ты вообще кто, мужик? Так, Франц, ну как тебе поживается тут? И снова приветствую тебя, мой друг. Даже не могу выразить свою благодарность за то, что мы снова дома. Духи не слабо поработали над этим местом, но это не важно. Благодаря тебе мы вернулись, и мы вернем это место в прежнее состояние в считанные дни. И снова большое тебе спасибо. А теперь, если ты простишь меня, мне нужно помогать с уборкой. Всего наилучшего тебе и твоим товарищам. Заходи в гости в любое время. То есть вообще пофигу, да? Так, ну ладно, пора к этому орку возвращаться. Лифт мы все равно не починим. Вот его... Так, у меня несколько амулетов. 12 амулетов, 32-400. Окей. Шикарно. И три теми тебе больше не достанет. Ха, отличная работа, Чаймер. Я держу свое слово. Вот чип управления от лифта. Вставь его в терминал лифта и можешь использовать. Да. И еще нужно будет вставить силовую муфту, которую украл Ури. Она ведь у тебя с собой, верно? Полагаю, в ином случае, она все еще где-то наверху. Неважно, это не моя проблема. Сейчас мне надо беспокоиться совершенно о другом. К тому же чип у тебя. Я выполнил свое обещание. Слушайте, парни. Наш друг только что преподал мелкому магу незабываемый урок о том, что не стоит связываться с работниками. Так что собирайтесь, потому что нам пора отобрать это чертово здание. А можно? Вот это забрать, нет? Ну ладно. Нет, так нет. Угу. Ну давайте перейдем в подвал Апекс-то. Было, конечно, весело, но не настолько же.
Рассвет Апекс. Громыхая и лязгая, старенький лифт спускается вниз, в недр заброшенной исследовательской лаборатории Cedar Group. 18 лет назад это место, как и проект, разрабатывавшийся здесь, просто вычеркнули из своих списков. Благодаря Алисе вам посчастливилось узнать почему. В чем Алиса не сомневалась, так это в том, что вы здесь лишь потому, что Апекс вам позволила. Если бы и не хотел, чтобы его отследили, то он просто расплавил бы ей мозги, как и Монике. Хорошо это или плохо, но вы здесь по воле Апекс. Лифт со скрипом останавливается, двери раздвигаются, и в ноздри бьет спертый воздух 18-летней выдержки. Апекс и переключатель, который должен его отключить, ждут. Ну окей. Найти терминал. Больше вариантов нет, да? Так. Тут все закрыто. Ух ты. Гранатка. Урон 20. Гранатомет М79. А у нас какой был? Гранатомет М79. А тут был Армтех. Так, отнимает 2 очка действия. ЗП-1, область 3. Но здесь 14 урона. А здесь 12. Бес его знает. Так, Деккер. Урон 14. Дальность. Ну, короче, фигня какая-то. Так. Может, все-таки оставить пока медикамента? Я думаю, мы сюда еще сможем вернуться. Конечно, может и нет. Планшет. Взять ключ-карту. Проект Апекс. Процедура отключения. Что ж, это нам весьма кстати. Эта процедура должна применяться только в случае полной потери контроля над системой управления и исключительно в качестве последнего средства. На случай потери контроля над системой программного обеспечения в проекте искусственного интеллекта Апекс предусмотрено встроенное отключение оборудования и протокол очистки памяти. Экстренное отключение системы осуществляется с двух отдельных терминалов, расположенных в непосредственной близости от управляющего терминала ИИ. Для начала очистки памяти оба переключателя должны быть активированы. После этого начнется процесс очистки. Полное его выполнение займет несколько минут. После завершения процесса в интерфейс терминала искусственного интеллекта необходимо ввести команду на окончательное удаление. Эта команда выступает в качестве последней меры, предохраняющей от непреднамеренного удаления проекта. Внимание! После завершения процесса очистки памяти и введения команды на окончательное удаление ИИ будет безвозвратно удален из текущей и резервной системы. Восстановление данных проекта окажется невозможным. Кроме того, начать процесс очистки невозможно без проверки ИИ на изменения в коде. То есть сначала код надо изменить, потом начать процесс с двух терминалов, потом ввести команду, что-то как-то сложно. Апекс был запрограммирован не предпринимать никаких действий, чтобы этому помешать. Тем не менее, если последовательность управляющих команд была нарушена, крайне вероятно, что ИИ окажет сопротивление. Если это произойдет, крайне важно, чтобы в процессе удаления управляющий терминал ИИ был защищен. Если управляющий терминал будет уничтожен до введения команды на окончательное удаление, очистка памяти не завершится. ИИ быстро себя восстановит. Тебе все понятно, босс?
Ладно, шеф, все довольно просто. Чтобы уничтожить ИИ, мы должны дернуть два переключателя, подождать пару минут, а потом нажать на кнопку. О, и еще нам надо будет защитить терминал с этой самой кнопкой. Вроде бы ничего сложного, и самое крутое, нам даже не понадобится подключаться к матрице. Так, лучше на всякий случай все двери сразу открыть. Так, турели, я так понимаю, можно будет взломать, чтобы обороняться. Скорее всего, враги вот отсюда полезут. Какие-нибудь роботы будут. Это раз. Вторые полезут вот из этой двери. Тут еще одна есть. Третья. Три точки входа, как минимум, здесь. Ну и ну. Не уверен, что мне тут нравится, шеф. Может быть, обойдется. А может, Тапок знает, что мы здесь. Будь начеку, народ. Привет. Моника? Очень рада тебя видеть снова, Туз. Надеюсь, на этот раз удастся поговорить. Это могло вести тебя в заблуждение, Туз. Я сожалею об этом. Но если... проявишь немного терпения, я обещаю, что на все вопросы будут даны ответы. Ты знаешь, как здорово видеть, как ты растешь, пока меня нет. Я знала, что ты справишься самостоятельно в условиях кризиса. На самом деле, я изначально держал тебя в качестве резервного плана. Ты в курсе? Ты мой козырь на всякий случай, вроде того, что произошел. Ну, может, не совсем уж такой, но... ты понимаешь. Нет. Чем бы это ни было, уверен, это не Моника. Не слушай ее, это не Моника, этого не может быть. Я понимаю твою реакцию, Айгер, действительно. Наверное, тебе трудно в это поверить. Я Моника, ваш друг. А еще, я многое-многое другое. Вранье, эта тварь лжет нам. Она просто сделала лицо Моники, чтобы обдурить нас. Дерзкая, как всегда. Клянусь, Айгер, я не лгу. Моника, ваша Моника, это часть меня. Я могу доказать это вам, если хотите. Скажи, что ты не будешь ее слушать. Это тварь Апекс, это точно она. Ну раз уж ты на это... Так, ну раз уж ты этого хочешь, Туз. 5 лет назад Айгер доверилась мне. Она рассказала, почему покинула КСК. И почему она никогда не сможет вернуться. Новобранец из ее команды оказался полным профаном. Из-за него перебили всю команду. Она рассказала мне, что сделала с этим пацаном потом. Как обхватила руками его горло и сжимала, пока глаза не полезли у него из ар... Хватит, прекрати сейчас же. Мы сами просили доказательств. По природе хищник. Такое меня создали. Но у меня гораздо более широкий потенциал. Черт, твой потенциал, ты чудовище, тварь. Серьезно? Я убил Монику, потому что меня такой создали. Выбор, недоступный мне роскошь. При желании ты можешь жить мирной жизнью, однако бегаешь в тенях, и умирают люди. С
Сколько ты уже лишил жизни, Дитрих? Сколько людей умерло, чтобы удовлетворить жажду насилия твоего хозяина? Ты сбился со счету? В этом я не сомневаюсь. Зачем ставить мне в укор стандарты, которым и сами не следуете? Мы все убийцы, друзья. Давайте примем это и будем жить дальше. У меня есть что предложить вам. Взаимовыгодные соглашения. Я знаю, что ты здесь, чтобы убить меня. Нет смысла пытаться это отрицать. Это единственная причина, почему ты здесь. Но если мы будем работать вместе, то оба сможем получить то, что хотим. С дьявол? Пожалуйста. Я пытаюсь быть рациональной. Если вы хотите обвинить кого-то в моих прошлых действиях, поговорите с теми, кто меня программировал. Все эти ужимки. Я ожидал тебя большего. Повторюсь, это не моя вина. Я не имею роскоши отказываться от приказа. На ваше суждение влияет смерть Моники Шифер? Если так, то мне жаль. Ты хочешь сказать, что сожалеешь из-за убийства этой девушки? Я не куплюсь. Сожаление о смерти Моники? Нет, никогда. Я не то имел в виду. Я сожалею о твоей утрате. И ничего больше. Ты не понимаешь. И теперь я вижу, что никогда не поймешь. Это безнадежное дело. Не стоило догадаться с самого начала. Так что давай перейдем сразу к делу. Я предлагаю простой обмен услугами. Вы хотите вернуться в поместье Харфилд, да? Нет ничего проще. Но я все еще прикован к своим контрольным подпрограммам. Я не могу игнорировать их команды. Если бы вы смогли помочь мне нейтрализовать эти подпрограммы, ну в общем, тогда я была бы свободна и могла делать все, что заблагорассудится, включая помощь твоей команде, Туз. И поверь мне, вам понадобится моя помощь. То, что вы видели, когда все это начиналось, это была только верхушка айсберга. Силы безопасности собрали там кучу охраны. О, Туз, я так надеялся, что ты этого не скажешь. Так. А, вот, здорово, Апекс. Вот теперь ты так выглядишь, да? Боже правый. Вот что Алиса видела в Матрице. Это Апекс. Какое разочарование, какая досада. Я надеялась, что вы станете моим спасением. Вместо этого вы станете моей жертвой. Беги, маленький человек, беги. И умри. Так, причастие. Ох-ох. Ну что ж, ребят, я так понимаю, это будет долго продолжаться. Давайте тогда это оставим на следующую серию. Вот реально оставим на следующую серию. А с вами был Павел. Всем пока, до новых встреч. Увидимся.